Белла подарила Хилге целую шахту. По дороге в Краков принцесса посетила ее. Она подошла к скважине и, к всеобщему удивлению, бросила на нее свое помолвочное кольцо. Как только Хилга прибыла в новую страну, она приказала своим шахтерам начать поиск соли. Результаты не заставили себя долго ждать. Недалеко от Кракова шахтеры обнаружили неисчерпаемое месторождение соли, которое в течение многих столетий обеспечили Польше процветание. Некоторые говорят, что в первой выкопанной глыбе соли нашли помолвочное кольцо Кинги.